поездствуем. С вами Магисайт, и это фильерный выпуск. Почему? Hey! Dropping by to read the writing on the wall? That's a good man. Потому что... наконец-то... Как же ее звать? Не важно. Репортерша наконец-таки... Собственно... еще раз... взяла интервью. Точнее, потребовала на интервью денег. И заодно решил, собственно говоря, почитать. Поскольку филлер, ну, и ответвление выйдет совсем крохотно. Так. Третий полк. Наш главный информационный партнер, невзирая на противодействие войск под командованием генерала Ради Ягера, успешно захватили имперский лагерь снабжения в лесу Клоден. Это было в прошлой серии. Эта победа вытеснившая вторжение обратно в центральную часть Гаи, новый успех после операции в Азии в прошлом месяце, была восхвалена всеми жителями Андгейза. Потеря базы в лесу очень серьезно ударит по умениям имперских войск возобновить наступление, что не может не радовать Сюгай. Сложно предположить, где ополчение будет действовать в следующий раз. Однако в успехе нет ни малейших сомнений. Эти ребята знают, что делать. Восьмого числа по всей горе комиссариатом была инициирована вторая война военного призыва. Это типа такое оправдание, типа у меня новые рекруты хватает. Вот типа отговорка. Вполне ожидаемый с момента формального объявления империи войны в прошлом месяце. Призыв стал неизбежен впоследствии крупных потерь на Сирии и Востоке. Призыву подлежат мужчины от 30 до 45 лет, выбранные на основе их гражданских навыков и подготовки. Ополчение также ведет прием добровольцев из числа тех, кто не попал во вторую волну. Но слишком многие опасаются кризиса экономики и промышленности, которым могут повести подобные потери трудоспособного населения. Интересные So, come to make a donation to the Get Elliot's Name on a Book Fund? Не буду. Come back and see the writing on the wall again soon. I'll be waiting for you. Естественно, я заходил на кладбище уже, и там было сейчас отступление, команда, с помощью которой можно убрать одного бойца, чтобы он вернулся, собственно говоря, на с
скамью запасных. И, собственно говоря, выбыть другого. Ну, если ошибся выбором кого-нибудь, ну, считаю, что, собственно говоря, нужен какой-то другой это вид бойцов. Например, лансер и штурмовик. А, и даже еще одного снайпера себе. Вот с помощью этой команды можно тебе это быстренько их, если они, я так понимаю, не у союзного лагеря, их отводить, так сказать. Естественно, улучшение боевом некоторых из рекрутов нанял, не обязательно новых, ну и собственно вооружил. Так, собственно, приступим к просмотру ответвления. Собственно говоря, ну вот. Просмотру эпизода. And done. That takes care of the report. Hmm? Who's there? Mike! Hans? Did you come here all by yourself? Boy, you sure are smart. Mike, I ain't. Ладно. Hey, stop tugging, Hans. What's up? Is there something this way? Okay, okay, I get it. Lead the way. And you can stop biting my boots already. You went and got Welkin for me? Nice going, Hans. Thanks. I just got led around base by a pig. Any idea what he wants with me, Alicia? Oh no, I was the one who wanted to see you. Are you hungry, Welkin? Hungry? Well, yeah, actually. Really? Oh, good. I whipped a little something up for you. Come see. What? Back in the kitchen? Whoa! I've never seen so much bread in one place. You baked all this yourself, Alicia? Mm-hmm. It's been a while since I made anything. I was worried I might be getting a bit rusty. But the oven was free, so I helped myself. Mmm. It smells great. Okay. Here goes. Welkin, you
you okay? Delicious! Really? Yeah. I've never eaten bread this good. It's really impressive. Welkin, you look like a chipmunk. You know how chipmunks and hamsters stuff their little cheeks full of food like that? I finally understand why. Все-таки сдержался. Эх. Я подавил смех. Ах, японцы такие, японцы. Посмотрим, смогу ли я и дальше. Если что, я напомню, это игра про войну. Точнее, вся эта история типа о войне. Да. О войне. Oh, I'm so full. That was great, huh, Hans? Mink. I can't believe you put it all away. It was a little scary watching you two eat. Still, I'm glad you liked it. It feels good to see people enjoying my bread. It felt good eating it. Thanks for baking it all. You're welcome. Oh, Welkin, you have some... There's just a little crumb. There we go. Hmm? Oh. So, you said you worked at a bakery before the war started? Yeah. I was a live-in apprentice under the Meister running the shop. Once things settle down, I plan on taking the national exams and opening up my own bakery. Wow. You need to be licensed to run a bakery? That sounds pretty tough. It's been my dream since I was a little girl. It's what I enjoy doing the most. I love imagining entire families eating the bread I make together. A loving husband, maybe, and cute little kids waiting for their mom to get home. She comes in with a big basket of my bread, and the kids all cheer and embrace her. Okay. Oh, and what if my bread brings the husband and wife closer together? She could say, "Oh, honey, you have a crumb in your beard," and then she'd... Listen to me. That's just like what happened here a minute ago, Welkin, but I, Are you all right, Alicia? Huh? I'm fine. Anyway... I'll keep baking it, if you keep eating it. It's a deal. And thanks again. Что ж... было... мгновение... когда я мог, так сказать, сорваться. Надеюсь, вы его не услышали.
что ж, пусть это будет Мэнки. Ну, Сефия. Что ж, на этом все. Ссылки на PlayStation будут в описании. Подписывайтесь, если также любите хлеб, как Волкин. Всем пока!